Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию предоставляется курс «Риск-менеджмент организации. Организация эффективной работы системы управления рисками». Меня зовут Уксусова Маргарита Святославна. Я кандидат экономических наук с 2006 года, доцент Смоленского государственного университета. Регулярно прохожу курсы повышения квалификации, в том числе в 2017 году был пройден курс повышения квалификации по управлению рисками в Санкт-Петербургском университете. И около 20 лет уже работаю в сфере финансов, кредита, преподавательской деятельности. Каковы же преимущества данного курса? Ну, во-первых, в ходе изучения данного курса вы сможете овладеть такой востребованной, перспективной и, главное, высокооплачиваемой профессией, как риск-менеджер. Средняя зарплата начинается от 80 тысяч рублей, в банковской сфере 150 тысяч рублей. И в целом, конечно же, внимание риск-менеджменту уделяется все больше и больше, в том числе и в России. И перспективность, востребованность данной профессии только растет. Что же мы будем изучать в ходе этого курса? Ну, во-первых, это глубокое изучение нормативно-правовых актов. Они делятся на два блока. Один блок – это законы, положения, нормативы. И другой блок – это стандарты, как международные стандарты, так и национальные стандарты. Конечно же, особое внимание мы уделим самому известному международному стандарту ISO 31000-2009 года. Конечно, я не могу не сказать на этом курсе, что появился уже новый стандарт, новый вариант этого стандарта 2018 года. И в ходе этого курса я буду говорить о каких-то изменениях, о новой концепции этого стандарта. И, конечно же, мы плотно изучим национальный наш стандарт ГОСТ-Р ISO 31000. В соответствии с этим стандартом мы изучим с вами и принципы управления рисками, и инфраструктуру управления рисками, и процесс управления рисками. Также мы подойдем к управлению рисками с позиции системного подхода. Особое внимание в этом курсе уделяется риск-культуре. Ведь известно, что правильно выстроенному процессу управления рисками отводится 5%. А 95% успеха фирмы – это состояние риск-культуры. И, конечно же, в рамках этого курса мы изучим с вами конкретные технологии управления рисками. Реестр рисков, матричная карта рисков, матрица выбора методов управления рисками. Это тот необходимый инструментарий, который необходим в работе каждого риск-менеджера. Итак, уважаемые слушатели, приглашаем вас на наш курс. В ходе обучения этому курсу вы знаете не только нормативно-правовую базу, не только какие-то теоретические аспекты управления рисками, но и овладеете конкретными практическими инструментами управления рисками, что, несомненно, повысит вашу личную конкурентоспособность и позволит вам найти хорошую работу с высоким уровнем оплаты труда.